В 2016 году церемонию награждения отличников КФУ провели в здании Института управления экономики и финансов. Всего на церемонию награждения было приглашено 250 самых лучших студентов Казанского федерального. И, безусловно, отличников с этим значимым событием поздравил и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности за тот период, который вы провели в стенах нашего университета, ибо этот период был связан не только с получением знаний вами, но этот период был связан и с этапом формирования нового федерального университета. Церемония прошла в торжественной обстановке. Долгожданные красные корочки отличникам вручали ректор КФУ Ильшат Гафуров и директора институтов. Казанский университет – огромное производство профессионалов в своей отрасли. Стоит отметить, что и отличников здесь гораздо больше. Например, в этом году с красным дипломом окончили 1630 студентов. И для того, чтобы получить диплом из рук ректора, студентам требовалось не только получить отличные оценки, но и проявить себя в общественной жизни, научной деятельности и, конечно, творчестве. 4 года мучений, стресса, и теперь, когда, да, и теперь, когда ты закончил университет, закончил его с красным дипломом, перед тобой открывается новая жизнь, и ты должен пытаться себя реализовать, найти свое призвание. Потому что, как нам говорили после школы, что у вас начинается взрослая жизнь действительно. Только сейчас начинаю понимать, что эта взрослая жизнь начнется после этого дня, после этого выпуска. По словам ректора, университет – это не только преподаватели и студенты, но и выпускники. И видно, что выпускники любят свой альма-матер и гордятся им. Чувствую, на самом деле, с одной стороны, огромную радость и гордость за свой университет и то, что мы являемся его выпускницами. А с другой стороны, я чувствую горесть, наверное, и грусть, потому что я покидаю стены родного университета, который воспитал меня и дал мне достойное образование. 10 лет действительно упорного труда. Я помню, что говорил декан, что говорили преподаватели еще на 1 сентября, в самый первый день нашего пребывания. И вот сейчас было здорово сравнить те эмоции, которые у меня были в самом начале. Тут ведь трепет, все, даже не знаю, как это выразить, а с тем, что сейчас у меня действительно чувствуется удовлетворение и гордость за проделанную работу. И очень честно. Ой, на самом деле я чувствую гордость за себя, за свой университет. 4 года прошли не зря. Я хочу сказать, что за 4 года мы получили много знаний, много навыков, которые пригодятся нам в будущих профессиях. КФУ – один из лучших университетов России, и похвастаться красным дипломом Казанского федерального может не каждый. Эти 250 студентов – лучшие из лучших. Желаем им и в дальнейшем быть всегда первыми. Аделя Валеева, Роман Самарин, Универньюз.